получается. В другую сторону поверни. Поехали. Я застрял. Нет, ты не застрял. Ты забыл включить коробку передач. Передачу. Нет, вот это. Держишь. Тормоз держишь? На D. И на D поставить. Нет. Молодец. Так, пока что попробую первый круг просто без газа. Или нужно медленно с газом? Ну, главное не остановиться в луже какой-нибудь. В большой? Да. Не в такой вот? Не, это проедешь. А ты опустил, что ли, подвеску? Нет. Нет, еще на один уровень. Еще можно, кстати, на один уровень поднять. Ну, это уже экстремально для выезда, если куда-то сел. Если куда-то что? Если ты днищем на земле оказался, тогда можно вот еще чуть-чуть приподняться. А если не хватит? Если не хватит, а здесь капот? Придется надевать. Я люблю разговаривать. Разговаривай, кто ж мешает. А ты говоришь, хватит. Хватит, чтобы подняться, чтобы выехать. Ты имеешь в виду, что хватит. Хватит. До полной. Если такие кочки снизу большие. Ну так вроде нормально едешь. Вообще видно. Кочечка. Луж вообще не видно. Да уж вообще тоже я не вижу. А рядом с этим, с озером, может быть. Да, пап? Угу. Потому что там все-таки рядом влажность.